Привет, друзья! Сегодня я подстригся в Дерби Барбер. Эй, братан, ты что тут ходишь? Я не понял. Привет, ребятки! Сегодня экспериментальная рубрика. Итоги CrossFit Open 18.1. Немножко подкрасим картиночку. Хлоп! Так лучше? Вот, значит, первые две новости, основные, которые я бы хотел озвучить. Первое, Йоны Коски не участвует в CrossFit Open и, соответственно, не будет участвовать ни в региональных, ни в Games, потому что у него болит колено. И он решил, в общем, что он не готов к Open и не будет участвовать. Вот. Вторая новость, это, наверное, вы не заметили, но я заметил этого парня, которого вы сейчас видите на видео. Этот паренек сделал больше 490 повторений, но его результат убрали с сайта, потому что он делал на тренажере под маркой какой-то Ксибекс, что ли? Ксибекс, не знаю, как, в общем, называется. Ну, в общем, там уже все иностранные кроссфитеры поугарали над ним, в частности, Джейкоб Хепнер. Надпись такую, типа, ребята, дайте кто-нибудь мне ксебокс, я поделаю на нем интервалы. Вот, короче. Ну, в общем, он там, в общем, убрали этого парня, потому что надо было на концепте сдавать. И в итоге, что мы имеем? По России у нас первое место Ганин Андрей, 477 повторов. Второе место Мальковский Геннадий, 469 повторов. Третье место Ильин Саня, 462 повтора. Я, Зиновьев Иван, 33 место по России. У меня 423 повтора. Считаю, что неплохо сделал. Вот, по девочкам Аня Алмазова 403 повтора, а Настя Ганина 399 повторов. Ксюша Голохшапова 395 повторов. Ну, в общем, Настя и Ксюша, как на Большом Кубке, на втором и третьем месте. Хотел отметить то, что в России зарегистрировалось 1700 человек, 1700 мужиков. 1700 мужиков зарегистрировалось, и 1500 мужиков выложило результаты свои. У нас конкуренция очень большая, 1500 человек. Вот, далее. Очень хорошая новость. У нас 8 атлетов вошли в топ-100 по миру. Я про мужиков сейчас говорю. Это Ганин, Мальковский, Ильин, Колтовской, Макс из Союза, Воролубников, по-моему, еще пара человек. Вот, в общем, первая восьмерка, короче, наша топ по России, она вошла в топ-100 по миру. Это очень круто, я считаю. Хотел отметить Геннадий Мальковская заняла 15 место, вот, что бы это ни значило. Ждем 18.2, постараюсь тоже подвести по нему итоги. Я думаю, что вам будет это интересно. Поставьте лайк, если вам понравилось. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Стоит вообще делать такую рубрику «Разбор полетов». Девочек сегодня не сильно затронул, но если хотите, напишите мне, и я подробно буду делать обзор по девочкам и подробно обзор по мальчикам. А, кстати, про мальчиков по миру. Фронинг 180 какой-то, Бейли не знаю. Короче, все топы практически, они где-то там, где-то там. Вот, но это ничего не значит, потому что впереди еще 4 задания, и все встанут на свои места, я больше чем уверен. Все, всем спасибо, всем удачи в сдаче опенов.